мама очень большой души человек, очень добрый, всегда поможет каждому в тяжелый момент, всегда найдет нужные слова поддержки не только моей семье, всем моим друзьям, знакомым. Человек-душа, так скажу. Моя мама очень ранимая, очень близко все воспринимает к сердцу. Часто бывает, что я ее разыгрываю, и ей это не нравится. То есть она прям верит, и потом, ну, говорит, зачем ты как бы так это? И потом уже выдыхает и улыбается. Также она очень ответственная, очень понимающая. Если есть какая-то проблема, я могу открыто ей сказать. Даже если там я в чем-то не прав, она всегда выслушает и даст правильный совет. Моя мама очень добрая, искренняя, не знаю, красивая. Вот если вкратце, заботливая, всегда переживает за меня. Каждый день созваниваемся, спрашивает, как у меня дела, что кушал. То есть всем интересуется, что у меня происходит. Коронное блюдо. Плов не нравится, как она готовит. На удивление, люблю плов ее. Хоть папе не нравится, он такой кашеобразный получается, но мне очень нравится. Коронное блюдо — пюре с котлетами. Не знаю, с детства так сложилось, что там раз в неделю, раз в две недели там мама, если делала это блюдо, то есть прям было ожидание такое, как мини-праздник. Так все по-домашнему, все вкусненько. И обязательно стакан молока к этому блюду. Когда я обычно приезжаю домой, всегда прошу слепить пельмени. Вот, домашние пельмени делает. Вот. По мне это коронное блюдо. А так, то, что попрошу, много чего может сделать, и все вкусно. Ну, как всегда перед игрой, когда в детстве был, мы ехали на игру и молчали. Какое-то определенное радио, я помню, она включала, и мы молчали. Ну, какая-то привычка, такое обычай, можно так сказать. Вот, и как-то вот так вот насрался, я помню, на игры, и такое у нас вошло так. Каждый раз одно и то же было, поэтому, наверное, такое. Ну, раз пока я тут, наверное, помогло. Мне нравится, что она, что бы ни случилось, и там какая ни была ситуация, каждый день позвонит, узнает, как дела у меня и у всех членов семьи. Ну, перед играми всегда так же, как и с папой, созваниваемся и всегда желает удачи перед играми, там какие-то, ну, наставления. Понятное дело, папа побольше, потому что он, ну, как бывший футболист. А вот мама именно, вот как мама, там, главное, там, без травм, вот именно, беспокоиться, чтобы все было хорошо. Ну, основное, наверное, что я ее очень сильно люблю. Ну, всегда очень ценю ее поддержку, потому что без этого, думаю, не стал бы тем, кем я стал, где я сейчас нахожусь. Поэтому 100% ее заслуга в детстве, сколько мы пережили. Она меня возила на тренировки, подъемы, пробки вот эти вот невозможные. Там лет до 14, потому что меня возила до 15 даже, была возможность. Вот, так что огромное ей спасибо за это, за все. Вот, и она знает те успехи, которые я добился, это 100% ее заслуга, поэтому очень сильно ее люблю и хочу сказать ей спасибо. Мам, спасибо тебе большое за то, что дала мне жизнь, дала возможность играть в футбол, дала возможность выбрать самое главное направление, которое мне интересно и которое мне по душе. Ведь один любой запрет, и всего могло и не быть. Мам, я тебя очень сильно люблю.